Всем привет! Хорошего настроения всем. Погода отличная, как у нас сегодня. Прям припекает. Но я буду заниматься дальше рассадой. Высаживаю в теплице. Высаживаю в горшки. Ну, в ведра, в смысле, большие, 10-литровые. Вот. Как-то так. Будем дальше ковыряться. Тут на днях выяснилось, что у нас в обществе нашем, в Ферайне, у огородников, у меня есть земляки. В Казахстане мы жили друг от друга 40 километров. Я из Денисовки, а они из Житогоры. Вот сейчас пойду им подарочек сделаю. Им как раз нужно два кустика. Я вот сейчас им дерзкую Мэри и тасманский шоколадный. Сделаю подарочек. Пусть будет приятно. Интересно, тот комментатор, который мне пророчил пустоцветы, он еще на канале есть, нет? Вот мои пустоцветы. Именно за тот куст, за который разговаривали, где пророчили, будут одни пустоцветы. Вот они, завязанные пустоцветы. Дальше везде цветут. Сорт тасманский шоколад. Хотел показать, как я, допустим, вот если рассада вытянулась, как я ее высаживаю уже в теплицу или в грядку. В принципе, везде одинаково. Вот. Таскиваем с горшка. Хорошо сидит. Вытаскиваю с горшка. Немножко расправляю корни. Мну их. Вот. И я его не закапываю в глубину. Ложу вот так вот, под наклоном. Вообще в идеале начинать, допустим, справа налево идти. И тогда у вас получается, каждый куст будет корень одного растения лежать под кустом другого. Это вот будет вот так вот выглядеть. Вот я сделал. Присыпаю. В лунку я ничего не добавляю, потому что я готовлю полностью землю для всей грядки. Я вообще считаю, что именно в лунку добавлять смысла нету, потому что корни, которые нарастают, они расползаются по всей грядке и питаются из всей грядки. И поливать точно так же. Нужно поливать по всей грядке, а не под корень лить. Вот, я кладу его вот так. И он завтра уже будет стоять ровно. Кладу его куст обычно в сторону запада. Потому что солнце встает с востока, и куст автоматически тянется к солнцу. И он сам выравнивается. Завтра он уже будет стоять ровно. Вот так. И все. Никаких больше там каких-то плясок с бубном. Посадил, пожелал ему вестись и не перевестись. Все. Полив произвожу по всей грядке, не под корень, по всей грядке. Грядка должна вся работать. А вот лунку для огурцов я добавил конского навоза. Он свежий, выкопал глубокую яму и, считай, почти ведро навоза добавил. Сейчас немножко его притрамбую. Теперь засыпаю небольшим слоем. Добавляю тоже перлита. Все это дело вот так. Мешаю. Фу. Напылил. И вот сюда теперь высаживаю огурчик. У огурца корень вглубь не уходит сильно. Он у нас по бокам расходится. Но пока я его сейчас, конечно, здесь палочкой подопру. Но это только на время. Сейчас я, как закончу с высадкой, займусь натяжкой веревки. Вот так. Здесь один. И рядом еще один кустик.
Вот тоже интересно, да? Садил в один день. Один растет, второй не растет. Ну, посмотрим. Может, пойдет. Все, ничего больше я не добавляю. Корни у огурца не тревожу. Не знаю, мне кажется, что огурец не любит, когда у него в корнях ковыряются. И все, и потихоньку обсыпаю. При этом не забываю еще добавить перлита. У меня его, как у дурака, махорки. Поэтому вот так вот намешиваю. Сыплю на глаз. Никаких у меня тут норм, стандартов. Вот эти два куста. Ну, по идее, здесь должен быть другой сорт. Но у меня огурцы тоже что-то, блин, приказали долго жить. Поэтому я высадил сюда какой-то другой сорт. Не помню название, надо посмотреть. Ну, короче, то, что было, то и посадил. Сегодня займусь опять посевом огурцов. Не знаю, что за год в этом году. То одно не растет, то другое. Но вот как-то так. Сейчас еще высажу парочку томатов и теплицы. Тепличная эпопея подходит к завершению. Вот сейчас еще вот этот куст высажу вот здесь. Уберусь. Ну и потом покажу. Все, высадил в теплицу. У меня получается здесь спереди будут гномы короткие. А вот эти вот, которые сейчас маленькие, это как раз будут до потолка потом. Это уже сорта высокорослые. Вот, будет как-то так. Ну, здесь у меня еще между ними стоят стаканы. Еще то, что на улице буду высаживать. Ну, рассады еще хватает. Здесь у меня дохлики-чахлики. Я их закопал по самое не хочу. Ну, вот через недельку-две, я уверен, они уже будут совсем по-другому выглядеть. Папа, твоя муха. Да-да, здесь моя муха. Дочка пришла. Ну, вот так вот все это выглядит. Сейчас томатики немножко приуныли. У нас жара стоит. Я их еще высадил. Вот. Ну, через пару дней они будут бодро выглядеть. Вот в теплице у нас сегодня 34, а у земли, вот у меня датчик 22 показывает, а датчик вот здесь возле земли, а в теплице 34, на середине, можно сказать. Но это то, что будет в ведрах расти. А здесь цукини уже в землю просятся. Сейчас, доча, сейчас. Ах, Олег там работает. А мужики там пашут. Ну вот, на сегодня все. Полил и разложил. Вот это в проходе на улице будет расти. Ну, здесь все, что в горшках, тоже на улицу уйдет. Завтра будем веревки натягивать, подвязывать. Если кому-то интересно, будем снимать видео. Ну и в завершение рабочего дня ужин. Кто работает, тот ест. Что характерно, много ест.